Ну, между тем, врачи и практики многих стран сомневаются в смертельной опасности коронавируса. То, с чем столкнулся мир сегодня, не что-то неизвестное, а новый штамм вирусной инфекции. Поэтому важно укреплять иммунитет и ради предосторожности соблюдать рекомендации врачей. В частности, к такому выводу пришел врач-практик из Бельгии. Эта инфекция известна уже давно, а то, с чем весь мир имеет дело сейчас, это новый штамм. Несмотря на то, что он тщательно изучается, до сих пор неизвестно, какой эпид-процесс пойдет при развитии его территориально. Но ровно поэтому и нужно соблюдать требования медиков. Коронавирус не так опасен, как другие вирусы. От него можно вылечиться, даже если двусторонняя пневмония. Не стоит паниковать. Люди больше паникуют и внушают себе, так делать нельзя. Каждая страна сама решает, вводит карантин или нет. Но мое мнение, лучше поднимать иммунитет и не паниковать.